Всем привет у меня на канале, Александр Маляр. Всем удачки, всем здоровья. Решил я в этот раз не заниматься, так сказать, трактором. А слышно, да, дождик идет? Поскольку на улице идет дождик и уже у нас лежал снег, надо же потом погрузчик загонять будет сюда в гараж, наводить порядок. Но пока не до порядку. Пока надо пустить тепло, и была у меня печка, она дымилась, там не очень была хорошая, я оставил времянку. Вот я наконец нашел я нормальную печку, такую солдатскую чугунную. Вот, обошлась она в 4 рубля, она, ну там еще трубы взял, потом после покажу. Ну, поскольку у меня была в армии техобслуга машина, ТОшка, то есть за мной закреплено было две машины. То есть ЗИЛ-131, техническое обслуживание машины, и ТОшка, это там, масло, вода еще на базе 66. Ну и основная машина, на которой я работал, это был ММЗ-555, ЗИЛ такой. Кто знает, в теме, тот знает. Так, ну и поскольку в ТОшке стояла вот такая буржуйка, а собирались все там, где было тепло, и был опыт как бы топить ее, эту печку, показалось я неплохо, вот я решил такую же найти. Ну, с перспективой, если она мне не пригодится, то есть прикручивается она к полу, и потом поставить ее к себе туда, в вагончик. Если она, тут будет мало ей места для отопления. Ну, думаю, что это будет нормально. Ну, кое-какие есть недоработки. Сразу хочется показать. Есть маленечко недоработочки, тут окно маленькое. Хочу сейчас прорезать, чуть побольше окно сделать, чтобы кидать побольше дровишки. Ну и, естественно, чтобы был... Может быть, оставлю, посмотрим сейчас. Толщина большая, резать тоже неохота. Вот такая вот печка, приподнимается, открывается. Здесь крышечка есть. Есть колосник здесь. Вот такой колосничок. Даже два дали. Тут чуть побольше есть сечение. Там лежит. Так, ну естественно. Само дно. Ну тоже все из чугуна. Ну вот это окошечко все равно хочу увеличить. Чуть сделать побольше хотя бы. Ну что, поехали? Побольше был ковшечек. Кстати, слышно, да, дождик пошел сильнее, парни звонят, сидят в кафешке, отмечают день дорожника, день автомобилиста, ну и дорожника тут заодно. Короче, всех с праздником, последнее воскресенье, выходные, день автомобилиста, всех с праздником, ну и погнали работать. Тут я чуть пошире сделал рисунок, чтобы 3 миллиметра у меня не провалилась крышка. Ну, запас был здесь. Кантик 3-миллиметровый. Ну и окошечко будет побольше. Так, погнали работать. Так, вот эта часть нижняя, здесь где-то миллиметров 13-14, здесь я где-то миллиметров 7. Не знаю, почему здесь толще. В общем, пилить буду долго. Уже включусь, когда...
Так. Лишнее. Ну, тут я 3 миллиметра оставлял, чтобы тут щель есть, но она вот так защелкивается, и все, здесь получилось все красиво. Так. Это сейчас напильник. Попробую не сломать, только буду. Потому что болгарки не хватило пропилить. Пойдем другим путем. Так, не хочет. Будем по крошкам ломать туда. Вот из-за углов тут пропил не подлезти. Не получается. Так. Чугун хорошо потихонечку ломается. Ну и все. Сейчас тут острые углы. Для работы. Чтобы самому потом руками не напороться. Всегда напильничек выручает. Старый добрый напильничек. Чугуняка тяжелая. Так она должна быть. Все не качается. Так, осталось собрать тонко. Так, донышко. Тут он мне дал 2, тут побольше, а здесь поменьше. Сетчатка, если что. Тряпки какие-то. Поставлю это поменьше, потому что маленькие дровишки. Ну, не понравится. Поставим другую. Так, и. Так она как-то должна быть здесь. Здесь я примерно на косую сделал. Прорубил там. Надо будет сейчас еще подделывать. Ну и вот еще трубы. Взял вот эту. Взял чуть потолще, она на миллиметр. Это пойдет сюда первая. А эти по полмиллиметра толщиной. Ну потоньше. Туда уже на самый выход и на улицу, там с улицы будет, я думаю, пойдет. Это должно быть вот так, она как раз дырочку будет смотреться. Блин, далеко, окошко мешает. Ну вот так вот будет.
соединиться сейчас. Буду делать дальше. Так, чтобы ровно отрезать трубу. Сейчас я кому надо покажу. Бумагу. Есть у нас меточка. Наматываем, чтобы у нас сошлись вот эти конечки. Двигаем. И все, и будет труба ровненько обрезана, кому надо. Ну, кто может здесь изолентой взять. Вот так. Снимаем и здесь. Заметку. Так. Переизгиб не такой. Изгиб не такой. Пришлось залезть к Тёме в огород, к соседу. Сосед хороший. Пока его дома нет, надо у него в огороде походить, потоптать. Шучу, конечно. Части подварил, подрезал, изменил маленький изгиб, ну и здесь прихватил, чтобы она не... А что делать? Вот так вот конструкция. Такая конструкция получилась. Так, а куски были, наварил сюда, не выкидывать же. Все, и проволокой раскосим. Сюда все сделаю и все. Что, парни, 3 часа мучений. Печка стоит, мусор лежит, готовый. Так. Тут я сделал, вот, трубу привязал. Так, ну пошли. Ну что, все вроде нормально, погнали. И испытывать будем. Так, чтобы все по фэншую было, как-то все неудобно. Так. Душечку. Вот так я буду сидеть.
будет по фэншую. Так, все бы туда кинуть бумажки, что ли. Так, о, штиблеты нашлись. Не, ладно, старые, туда печку. Вот видишь, стекло какое. ВТБ банк, кредит возьмите, пожалуйста, Сбербанк возьмите кредит. Короче, все возьмите кредит. Не вздумайте брать кредит. Нафиг они нужны. Вот сюда их надо толкать, все кредиты. Вечку. Так. Красная Москва, духи у меня. Я люблю такие. Достаю сигареты ЛН. Не курите. Можно аптечку. Так, сейчас мы зажгем. Так. Так будет все по фэншую. Не тянет хорошо. Не то, что так. Я, видите, и углы изменил. Там у меня было 90 градусов, вот так труба сварена. Был завихрень. Сейчас я по 45 градусов где-то, ну, чуть 35, может, градусов сделал. И трубу чуть побольше, тоньше сделал. Ну, что, тяга пошла? Ух! Сейчас мой кроссовок туда как улетит. Как затянет туда. Ну-ка, поролончик. Подувается чуть-чуть. Сейчас вообще все красное будет. Нет, такое, а то начнет. Тяга хорошая. Ух, как будто масло горит. Ну, здесь можно еще капельницу сделать туда. Повешать бачок. Отработка там есть у меня. Можно еще и отработку сжигать. Ну, пока так, на дровах будет. Да бумагу. Кроссовки. О, второй кроссовок, видите. Ух ты. Как тянет она. Так, пойдем посмотрим, что там на улице. Ну что, нормально. Только что-то не видно дыму. Но тянет нормально. Так. Ну вот такие дела, братцы. Вот это у меня для погрузчика. Выхлопные газы я завожу. Труба она мне здесь. Вот она выходит. Простой резиновый шланг. Заезжаю задом, как раз в глушитель одеваю. Еще и у меня выхлопные газы тоже идут на улицу. Видите, казалось бы, должен был сгореть, но не горит он. Ну, здесь подшмаленное, но нет. Короче, вот такая вот. Кому на заметку, то есть... Заехал глушитель, либо внизу глушитель вывели из гаража, либо вверху. И газы не скапливаются и уходят на улицу. Так, печка зашумела. Тепло вообще офигенное. Аж тут чувствуется. Раскаляется, видимо. Видите, в черную превращается. Блин, я с такой сейчас печкой дров не накоплю много. Уже прогорело все. Уже кроссовки улетели в трубу.
Труба нагрелась. Жар от нее шел отсюда. И тепло здесь. По-моему, уже красная. Сейчас я свет выключу. Да, труба уже красная нагрелась. Это печурка у меня. Офигеть. Блин, все закрыто и поддувало это. Капец, она что-то зашумела. Прям страшно. Ну ладно. Конечно, я так не буду топить. Все закрыто будет на дровах-то. Но все равно. Сюда еще можно чайник ставить. Кофейку, чайку попить. Ну все. Такие дела. Вот, без подсветки труба нагрелась. Но я-то я и брал вот этот кусок толстостенный, он как раз весь нагревается. А дальше уже там потоньше. Так что нормально, я думаю, будет. В камеру так вообще сильно красная. Так-то она черная, в камеру красная. Вот такие, братцы, дела. Включил свет. Вот теперь я вот так буду сидеть, греться, и нафиг что надо, наверное. Нафиг трактор сюда загонять. Просто пришел, печку потопил, чайку попил. И все. Мусор сжег. Не нужно. Ну все, всем пока, всем удачки. С днем автомобилиста. Всем удачки.